Меня зовут Вадим Воробьев, и сегодня будем говорить о том, какие профессии есть в геймдеве, чем все эти люди на самом деле занимаются. Надеюсь, кто-нибудь для себя сможет вынести что-то новое, пару умных слов, может быть, даже примет решение о том, чтобы заниматься геймдевом. Вот, это было бы круто. Значит, прежде всего, о чем мы не будем говорить, геймдев — это такая работа, которая состоит из двух больших частей, значит, разработка игр и оперирование игр. Значит, разработка — это сам творческий процесс создания игры, оперирование — это бизнес-часть, когда игра уже готова, ее надо как-то продавать, продвигать и зарабатывать деньги. И про оперирование мы сегодня говорить не будем, вы уж простите, потому что иначе эта лекция вообще никогда не закончится. Вот. И вторая причина — это в том, что в оперировании такие профессии, как маркетолог, аналитик, бизнес-девелопер, комьюнити-менеджер, они, в принципе, делают то же самое, что и не в игровой индустрии. То есть маркетолог, который продает, рекламирует игры, делает примерно то же самое, что маркетолог, который там рекламирует мобильное приложение. Бизнес-девелопер, который развивает игровой бизнес, делает примерно то же самое, что и бизнес-девелопер, который там занимается строительством, условно. Да, есть нюансы, но их не так много, как кажется. Вот. Ну и по этой же причине мы не будем говорить про QA, потому что QA в играх и не в играх как бы делает то же самое. Проверяет качество, чтобы все было хорошо. Вот. Те, кто, возможно, уже до этого интересовался, знают, что в именно разработке, в этом творческом процессе есть три большие роли — геймдизайнеры, художники и программисты. Да? Типа геймдизайнеры придумывают, художники рисуют, а программисты программируют. И это вроде бы так, но на самом деле не совсем. На самом деле геймдев — это такая сложная индустрия на стыке всего, и сказать, что вот я в домике, вот это моя работа, а вот это не моя работа, чаще всего не удастся. Да? То есть художник должен понимать, как работают компьютеры, геймдизайнер должен понимать теорию искусств, программист должен понимать геймдизайн. И понимать это не значит делать, но быть на одной волне все-таки нужно. Вот. И прежде чем я начну ходить по деталям, что вообще нужно всем и каждому в геймдеве, это английский, потому что в интернете 56% всего контента на английском, да, кто им не владеет, тот очень мало сможет много для себя информации найти, а YouTube и интернет — это бесконечный источник информации. Кто считает, что английский ему не пригодится, они заблуждаются. И второй момент — это общение. Да, доктор Шелдон Купер — персонаж популярный, с лейтмотивом, что если ты очень умный, то тебе многое простят. На моей практике чаще всего людей уходили или люди уходили из компании именно из-за проблем с общением, поэтому это очень важно, ну, не только в геймдеве, на самом деле, в любой работе. Вот. И прежде чем, еще одно прежде, мы начнем, я расскажу немножко о том, какие вообще бывают студии и компании, да, то есть слева направо AAA-компании, я думаю, все узнали Герлит из Ривии. Огромные, в них работают несколько сотен человек. Ну, как бы, различают их не по количеству сотрудников, различают их по, конечно же, бюджетам и по технологиям. Почти все AAA-компании делают игру на собственных движках, то есть Unity, Unreal, Godot — это все не про них. У них собственные технологии, и там, ну, несколько больше специальностей есть вообще. И там есть вероятность более узкоспециализированных работ, да, то есть специалист по левой ноздре, скорее всего, это из AAA-студий. Вот. А мобильные студии, которые я вынес чуть-чуть отдельно, они в современном мире тоже достаточно большие, но у них, как правило, нет своих движков, зато у них есть много денег на рекламу. Вот. Многие их недолюбливают как бы за те игры, которые они делают, но, в принципе, это нормальная, честная работа. Ну, как честная? Нормальная работа. То есть это именно эти компании, они очень любят собирать там молодых. Именно эти компании активнее всего ищут сотрудников. Да, там большая текучка, потому что делать три в ряд, а потом три в ряд, а потом три в ряд.
ну, может быть, достаточно скучно. Люди оттуда иногда уходят в поисках более творческой работы. Ну и, конечно же, есть инди. Инди — это маленькие команды, дружные иногда, вот, которые делают свой проект мечты на Ралтоне. Иногда они находят инвестора, начинают нанимать людей за деньги. Очень часто эти деньги заканчиваются раньше, поэтому те, кто будут пытаться попасть в инди-команду, должны это учитывать, чтобы как-то планировать свою, скажем так, финансовую судьбу. Вот. Собственно, теперь о профессиях. Надеюсь, текст читается. Вроде бы читается. Да, штатив мне, к сожалению, нужен, но ведем запись. Значит, что это за диаграммка? От центра к краям. Чем ближе к центру, тем более обширна специальность. Чем ближе к краям, тем они более уже детальные, более специализированные. Да, значит, синим цветом это, скажем так, дерево развития программистов. Я думал, что это получится как дерево развития MMORPG, а получилось то, что получилось. Розовым это с точки зрения арта, зеленый это геймдизайн, внизу фиолетовым это такая хитрая вещь, как технические художники, и внизу справа оранжевым это специалисты по звуку. Вот. Ну и начнем, пожалуй, с программистов. Да, программист обыкновенный. То есть всем нужны программисты, рынок очень их просит, рынок очень их ждет. Многие боятся заниматься программированием, на самом деле начать не так сложно, как кажется. Вот. То есть 4 шага к успеху, я не могу сказать, что они супер простые, но они как минимум понятны. Да? То есть алгоритмизация — это, собственно, основа работы. Пишется, компьютеру объясняется, что делать, зачем, в какой последовательности. Когда вот эти вот основы схвачены, дальше уже все становится намного проще. Есть структуры данных и алгоритмы, то есть изучается то, что люди уже придумали, чтобы успешно это использовать. Это большой пласт, но он вполне понятный и хорошо разжеван. Принципы solid, да, философия в основном, что такое хорошо и что такое плохо. И конструирование программ — это такая дисциплина о том, как писать правильный код. На самом деле, большая часть работы программистов — это обсуждение с другими программистами, как там назвать файл или класс или метод. Вот. И теперь поговорим чуть больше о деталях. Пум-пум-пум. Начнем с аудиопрограммиста, программист звука. Это достаточно редкая специальность. Она есть в очень больших студиях, как правило, в AAA. Это тот человек, который занимается тем, чтобы звуки в игре звучали не то чтобы хорошо, а, скажем так, физически правильно. Да? То есть это люди, которые знают сложную математику, дискретную математику, предмет цифровая обработка сигналов очень поможет. Это люди, которые делают звуковые эффекты какие-то. Как правило, эти же люди, они уже сводят в финальной игре все звуки, которые им подогнали от отдела саунд-дизайнеров. Ну и раз уж я затронул, быстренько об этом расскажу. Вообще, в игровых компаниях не во всех есть саунд-дизайнер. Очень часто эту работу отдают на аутсорс третьим лицам. Собственно, саунд-дизайнер — это кто? Это человек, который ищет, скажем так, добывает звуки. Да? Он может их где-то искать на стоках, он может их где-то заказывать, он может их даже записывать сам, если у него есть оборудование. Звуковой дизайнер — это не композитор, это не тот человек, который пишет музыку. Потому что эти люди — профессиональные музыканты, и они всегда работают на аутсорс, вот просто всегда. Ну и опять же, если у компании нет денег, то они находят где-то какую-то бесплатную музыку на стоках или не очень дорогую музыку. Если у компании есть деньги, то они нанимают профессиональных композиторов, желательно именитых, как
Например, Europa Universalis — это игра от компании Paradox, большая норвежская студия. У них, с ними работает группа Sabaton, которая выступает на концертах, регулярно к нам приезжает. Вот. Кроме звукового дизайнера, есть технический саунд-дизайнер. Это человек, который занимается сведением музыки в специальном софте. Да? То есть он не подбирает звуки, а он их, грубо говоря, параметризирует. То есть он их собирает в коллекции, он их соединяет один с одним в правильной последовательности. Немного похоже, если кто-то сталкивался с работой звукорежиссера на пульте. Вот. Иногда технический саунд-дизайнер занимается тем, чтобы в игре был нужный звук, иногда это переходит на программиста звуков. Вот. Возвращаясь к той нашей теме, основная рабочая лошадка — это программисты геймплея. Значит, что конкретно делают эти программисты? Во-первых, любая игра — это о том, как вещи двигаются на поле. Если вещи не двигаются, то у вас, ну, скорее всего, не игра. Поэтому очень важно знать вычислительную геометрию, векторную математику. Это прям вот то, чем занимается геймплей-программист 90% времени. Вторая важная часть, продолжение пункта 2 из программиста обыкновенного про алгоритмы, это профайлинг и оптимизация. Вообще работа программиста в видеоиграх — это как работа людей в черном. Да? Если люди знают о твоем существовании, значит, ты накосячил. Вот. И обычно, когда люди упоминают о существовании программистов, это всегда связано там с какими-то лагами, багами, плохим фреймрейтом в игре и так далее. Поэтому игровой программист, геймплей-программист, он должен уметь и владеть навыками, чтобы находить слабые места и их исправлять. Это кажется очевидным, но на самом деле оказывается, что умеют это не все. Ну и третья большая часть работы геймплей-программистов, особенно в мобильных, особенно там в инди-проектах, это работа с файлами, сторонними библиотеками. Не всегда есть время писать все самому, нужно иногда находить вещи, подключать их, собирать вместе, да, то есть собирать конструктор. Геймплей-программисты, они иногда мутируют в программистов искусственного интеллекта и сетевых программистов. Кто слышал про нейронки? Я думаю, почти все. Так вот, нейронки — это не то, чем занимаются программисты искусственного интеллекта. Нейронки в играх вообще не используются практически, кроме очень-очень, опять же, AAA-студий в очень-очень специальных случаях. Об этом я еще расскажу. Чем на самом деле занимаются программисты искусственного интеллекта? Они занимаются тем, чтобы игра могла играть сама в себя. Да, то есть большая часть работы — это алгоритмы поиска пути. То есть вещи должны двигаться и выглядеть натурально. Вторая большая часть работы, вторые 90%, — это такие, скажем так, системы более простые, чем писать код системы, чтобы объяснить поведение неигровых персонажей. Вот. Такие вещи, концепции, как деревья поведения, state машины, utility системы, это звучит страшно, на самом деле не очень сложные концепции, которые очень сильно помогают жить. И дело даже не в том, что вот программист должен знать вот эту штуку, чтобы там с ней работать. Большинство игр, они, ну, слегка чем-то отличаются от стандартного, да, то есть большая сложность в работе — это докрутить известную технологию до нужного тебе режима работы. Вот. Про сетевых программистов, да, я сталкивался с таким заблуждением, что люди считают, мол, игра сетевая, она работает как YouTube, да, то есть ты нажимаешь на кнопки, они уходят в интернет, и интернет тебе присылает картинку. Это неправда, потому что недавно, в прошлом году, Google выпустил вот как раз-таки эту идею в жизнь, называлась она Google Stadia. Кто слышал о ней, тот знает, что они катастрофически провалились, это просто не работает. В это невозможно играть, слишком недостаточно еще хороша сетевая инфраструктура в мире. Вот, что же там на самом деле происходит, если кто-нибудь помнит
Может быть, у кого-то кто-то сам играет в шахматы, или у кого-то родственники играют в шахматы. Есть книги и газетные вырезки, в которых пишут порядок ходов. Е2, Е4, погнали. Вот если бы шахматы были сетевой игрой, то именно так бы и работали. Да? То есть в сетевой игре есть клиентская часть и серверная часть. Серверная часть — это набор, скажем так, произошедших событий, которые происходят в зависимости от того, что присылает клиент. Клиентская часть — это все картинки, фигуры, вся красота, которая приходит с сервера. Вот. Собственно, работа сетевого программиста, она достаточно сложна. В каком плане? Во-первых, нужно хорошо знать, как работают сети, да, чтобы это все работало живо, быстро, понятно. Во-вторых, нужно правила игры разделить очень четко на две независимые системы. Вот. Очень любят нагружать сетевых программистов тем, чтобы общение между клиентом и сервером было, во-первых, как можно реже, да, как можно меньше сообщений пересылалось. Во-вторых, эти сообщения были как можно меньше. Почему? Потому что сетевые игры стоят денег. Да? То есть вы пишете серверную игру, которую надо где-то захостить в интернете. Естественно, хостинг-компания за это просит деньги. Чем сложнее серверная часть, и чем больше надо слать сообщений, тем это оказывается дороже. Вот. Околоигровые программисты, вот этот большой блочок, о которых я сейчас мельком пробегусь, это профессии, которые есть в игровых студиях, и они, как правило, не связаны с самой непосредственной игрой и с тем геймплеем, который мы делаем. Их вообще можно было бы вырезать, типа это все в оперировании, но я расскажу, потому что я сам в прошлом программист. Вот, значит, начнем, как это, справа налево, бэкэнд. Бэкэнд и сетевой программист — это очень похожие две специальности. В чем разница? Разница в том, что сетевой программист — это тот, кто делает real-time, да, то есть все должно происходить быстро и четко, да, то есть сервер для какой-нибудь контры — это то, что делает сетевой программист. Бэкэнд программист — это человек, который делает сетевой обвес. Магазин, платежи, матчмейкинг, там, сбор в одну игру нескольких людей, лидерборды, рейтинги, вот это все. Это важно для игры, эта вся часть называется обычно мета-игрой. Но для некоторых это может показаться, типа, ну, это ж не игра, это просто там база данных, веб-сервис. Очень типичная точка входа для программистов не из игровой индустрии в игровую индустрию. Вот. Вторая роль — это программист инструментов, тулсов. Это люди, которые пишут не игру, а инструменты к ней. Ну, логично. Почти всегда это питон-программисты, потому что почти все инструменты, с которыми работают геймдизайнеры, художники, игровые движки, так или иначе поддерживают в каком-то виде питон. Вот. И это люди, которые автоматизируют именно процесс производства игры. Прощают какие-то шаги или вообще их убирают. Вот. И рядом с ними автоматизация тестирования. Это сложная тема. Да, считается, что типа в играх тесты не нужны. Это неправда. Все нормальные движки, будь то проприетарные движки AAA компании, либо Unity, либо Unreal, либо Godot, там так или иначе есть какие-то возможности, чтобы отдельно тестировать вещи. Почему это важно? Потому что чем раньше мы найдем проблемы, тем больше у нас будет времени, чтобы их починить. И тем это будет дешевле. Вот. Теперь снова справа налево. DevOps. Работа, покрытая мраком, расшифровывается как Development in Operations. Программист в оперировании игры. Да? Чем эти люди занимаются? Эти люди занимаются тем, чтобы пользователь таки игру свою получил. То есть, если это какая-то сетевая игра, то они разворачивают сервера, они их заливают куда-то на хостинг. Если это не сетевая игра, то они заливают это в Steam, там тоже своя автоматизация, они все это настраивают. Кто-то, эти люди обычно же пишут лаунчер для игры, если он нужен, и занимаются вот этой частью.
R&D, Research and Development, это тоже очень интересная программистская специальность. Вот как раз эти люди, если они есть в компании, занимаются нейронками, да, то есть R&D-программисты — это исследователи, которые делают то, чего еще никто не сделал. Обычно, если эта вакансия открыта, она открыта редко, то на нее требуют там как минимум магистратуру в плане образования, для нее требуют какие-то научные публикации. Это прям самая натуральная наука, да. У этих людей есть своя профессиональная выставка, она называется SIGGRAPH. Они там регулярно хвастаются тем, что они придумали. Если кому-то интересно, можете открыть там. Отвал башки. Вот. Ну и программисты движков. Опять же, в AAA-компаниях набирают программистов движков, потому что им надо поддерживать и писать свой движок. В более мелких, более казуальных компаниях этой вакансии не будет. Программисты движков — это такая достаточно сложная часть. И дело не в том, что нужно знать очень много вещей, в принципе, да, то есть о физике, о свете, о какой-то там обобщенной математике. Дело в том, что от этих людей ожидают, что они будут, ну, как это, вершиной развития. Да? То есть к их коду, к их труду представляют очень большие требования, это просто морально сложно. Вот. Ну, и это физически сложно, физически в плане умственно, что нужно делать то, чего обычно люди не делают, то есть это какие-то кроссплатформенные вещи писать, чтобы они работали одинаково хорошо и на мобилках, и на планшетах, и на консолях, и на холодильниках, и на нормальных компьютерах. Вот. Ой, кто это сделал? Вот. Об этой... Нет, надо вернуть, как было. И еще вот тот. Отлично. Спасибо. Не было? А, хорошо. Вот, прекрасно. Значит, что еще? Про этих околоигровых программистов мы поговорили. Есть еще такая роль, как программист анимаций. Это тоже... Я вижу, кто-то знаком с этим, да? Это работа, в которой очень много математики. Именно математики с матрицами, с квотернионами. Это очень сложная часть математики. Скажем, мягко дается не каждому. Да? То есть, чем занимаются программисты анимаций? Чтобы понять, чем они занимаются, нужно понять про анимации. Да? Аниматоры, когда анимируют персонажей, они двигают своими частями тела в определенных там, направлениях, на определенное расстояние. В игре, ну, как правило, игровые механики не подразумевают, что персонаж там должен становиться ровно в 30 сантиметрах. Если взять простой пример с игроком, который должен нажать на кнопку лифта, то он может подойти к ней поближе, подальше, и если анимация должна в любом случае попасть, то ее нужно как-то на лету изменить. Да? Вот этими вещами именно занимаются программисты анимаций. Иногда их еще называют техническими аниматорами. Вот. Кроме этого, эти люди занимаются тем, что все эти анимации включают в правильное время, и для этого есть стейт-машины. Очень типичная технология. То есть не единственная. То есть именно программист анимации решает, так, если мы сейчас бежим, то значит у нас сейчас вот эта анимация, если мы споткнулись, то вот это и так далее. Плюс он все эти анимации сводит вместе для того, чтобы они выглядели хорошо, потому что если кто-то работал или видел эти анимации, например, когда мы переходим из бега в остановку, ножки делают чик, как будто мы в плохом комиксе, и это выглядит плохо, если не сказать ужасно. И именно программисты анимации, они занимаются тем, чтобы это выглядело более-менее внятно. Вот. Следующая опция — это UI-программист. Еще одна типичная точка входа для неигровых программистов в мир видеоигр. Значит, чем занимаются эти люди? Они занимаются тем, чтобы игровой UI работал. Это очень похоже на обычную корпоративную разработку. Вот. Обычно именно на программистов скидывают работу по верстке, потому что она делается прямо в движке. Обычно на этих программистов скидывают работу по твинингу, то есть если в анимации персонажей аниматор говорит, вот это двигается вот сюда вот так,
и никак иначе, то в UI на этом не сильно заморачиваются, и есть такая технология, как твиннинг. То есть кнопка была здесь, должна попасть сюда. И уже пишется код, который ее туда передвинет. В каком-то смысле UI-программист, он тоже немножко программист анимации. Вот. Ну и, конечно, хороший UI-программист, он должен знать такую технику, философию, принцип. Presentation Patterns, MVP, MVVM, MVC — это странные аббревиатуры из мира разработки о том, как отделить, типа, то, что происходит в игре, от того, что мы рисуем на экране. Почему разделять? Потому что если их не разделять, это будет ужасно, это будут баги, это всегда ведет к проблемам и боли. Вот. Про программистов я вроде как рассказал, поэтому дальше мы перейдем к гейм-дизайнерам. Да? Если спрашивать, типа, что должен знать геймдизайнер, геймдизайнер должен знать все. Банальный ответ, но такой правдивый, к сожалению. Самая главная мантра для геймдизайнеров — это геймдизайнер создает новый опыт. Поэтому у геймдизайнера должно быть достаточно много своего личного жизненного опыта, чтобы сделать игру более яркой и насыщенной. Вот. То есть в итоге в сухом остатке геймдизайнер — это человек, который знает, что делать. Именно поэтому иногда геймдизайнер берет на себя немножко роль PM в проекте, как координатор всего происходящего. Именно из геймдизайнера чаще всего происходит переход в продюсеры, да, то есть в обычном бизнесе называется PM, да, в IT-шке. В играх это продюсер, человек, который управляет командой. Так, что еще? Чтобы быть хорошим геймдизайнером, нужно уметь общаться чуть лучше, чем все остальные, потому что нужно объяснять людям, художникам, программистам, маркетологам и инвесторам, что все будет хорошо, делай, как я скажу, и все будет хорошо. Нужна грамотная речь, в том числе письменная, чтобы писать диздок. Что такое диздок? Это то, о чем будет игра, чтобы не потеряться в хаосе. Нужно обладать, скажем так, понимать научный метод в мышлении, чтобы не биться кругами, не ходить вокруг да около, чтобы проверять какие-то идеи и выкидывать их, если надо. Нужно, конечно же, знать математику хотя бы на уровне старшей школы хорошо, потому что, как мы будем дальше говорить, особенно в некоторых отраслях геймдизайна, это критически важно. Вот. Ну и опять же, поскольку игра — это то, как двигаются вещи по игровому миру, то описывать это движение нужно с помощью математики, никак иначе. Начнем мы с системного геймдизайнера, дизайнер систем. Здесь скриншот из матрицы, да, на экране цифры, я вижу блондинку, брюнетку и рыженькую. Если кто-то слышал про такую вещь, как игровой баланс, то это именно то, чем занимается системный геймдизайнер. Это человек, который сидит в Excel, строит мат-модели, одну за другой проверяет, их комбинирует, решает в итоге, сколько там должно быть ХП у игрока, сколько там должна быть скорость автомобиля, если это гонки, и так далее. То есть конкретные цифры для игры выбирает. Кроме Excel, там нужно намного больше математики, чем обычно. Нужно понимать статистику, нужно понимать вычислительную геометрию. В принципе, все, примерно все то же, что должен знать игровой программист, именно геймплей-программист, должен знать и системный геймдизайнер. Вот. Если геймплей-программист делает так, чтобы любое оружие наносило любой урон любому персонажу, то уже системный дизайнер решает, какое вот это оружие наносит 7, вот это 8, вот это 10, потому что это правильно. Потому что вот у меня есть табличка, я могу это доказать. От системного геймдизайнера есть такое отвлечение — технический геймдизайнер. Здесь все предельно просто. Это геймдизайнер и программист в одном лице. Сейчас в мире мобильных игр
скажем так, на волне популярности есть такой жанр гиперказуальные игры, которые очень простые, без графики практически. Шарики кидаешь в кастрюльку, нравится людям, игра в работу. Не нравится, делай следующее. Естественно, в этих условиях человек, который умеет делать геймдизайн, и человек, который умеет писать код, это незаменимый сотрудник, потому что один человек с одной головой — это как раз тот случай, когда две головы — это не лучше, чем одна. Один человек, который обладает двумя навыками, может сделать то, что он хочет, намного быстрее, чем если он возьмет другого человека и будет ему сначала 2 дня объяснять, а потом они еще 2 дня будут это делать. Вот. Кроме, собственно, знаний, которые нужны геймдизайнеру, и знаний, которые нужны программисту, нужно еще, опять же, владеть воображением, потому что почти все, что делают эти люди, это про шарики и кубики. Вот, когда на профессиональном жаргоне это называется делать прототип, да? Делается какая-то игрушка, дается людям на плейтест, люди говорят: мне нравится. Все, погнали в работу. Другое, более творческое, а не математическое направление — это level designer, дизайнер уровней, да. Очень зависит от конкретной игры, чем занимается level designer. Условно говоря, если это какая-нибудь карта для Варкрафта, то левел-дизайнер делает так, чтобы у всех были одинаковые шансы на победу, чтобы препятствия там были симметричными. Если это какой-нибудь Firewatch игра, то левел-дизайнер делает, чтобы было красиво по этому всему ходить и приятно смотреть и интересно изучать. Если это 3 в ряд, то левел-дизайнер собирает пазлы, чтобы в них хотелось играть и не хотелось разбить телефон об стену в каком-то месте. Несмотря на такие разные, скажем так, профессиональные работы, их объединяет несколько общих вещей. Во-первых, эти люди умеют сделать, чтобы движение по игровому уровню было интересным. То есть они расставляют, добавляют детали, убирают ненужные так, чтобы это не было скучно и монотонно. Во-вторых, они умеют делать движение по этому уровню понятным, да? То есть для этого есть такое понятие, как визуальный язык. Вот здесь как раз хороший пример из игры Mirror Edge, да? То есть красным показано то, где можно пробежать, а белое — это фон. И когда ты на быстрой скорости прыгаешь между разными домами, ящиками, экранами, у тебя, как у игрока, нету проблем с тем, чтобы принять решение за 100 миллисекунд о том, стоит мне сейчас прыгать или не стоит. И это хороший level design. Вот. Третье, это что делают level дизайнеры, это вызывают у игрока эмоции, да, потому что первая мантра геймдизайна — это новые ощущения, новые эмоции. Вот. И в этом плане level дизайнеры, они немножко пересекаются с нарративными дизайнерами. Тоже очень модная нынче тема. Что такое нарративный дизайнер? Это геймдизайнер, который подает историю. В каком-то смысле можно было назвать его сценаристом, но работа нарративного дизайнера — это не только писать историю или сюжет, или лор игры, там, историю мира. Нет, работа нарративного дизайнера — это именно поддерживать сюжет в игре какими-то игровыми механиками, какими-то визуальными элементами. Потому что, ну, кинуть записку — это, конечно, можно, но рассказать историю в картинке — это намного-намного более интересно и приятно для игрока. Вот. Второй момент, который должен быть на контроле у нарративного дизайнера, это погружение. Да, в игру immersion, или то, что называется в английском suspense of disbelief. То есть игрок должен, двигаясь по игре, забыть о том, что игра — это всего лишь игра, и начать переживать, да, переживать за персонажа, переживать там за мир, за свои решения. И тогда это будет хороший, приятный нарративный дизайн. Вот. Еще одна из веток геймдизайна — это UX-дизайнер. Если обычно в
UI UX теме для какой-нибудь корпоративной разработки вакансия выглядит UI/UX-дизайнер, то в геймдеве чаще, чем реже, это разделяется, да, то есть UI-артист, человек, который рисует интерфейс, и UX-дизайнер, человек, который придумывает его, разрабатывает, да, то есть в чем фундаментальная работа UX-дизайнера? Фундаментальная работа в том, чтобы объяснить игровые правила игроку как можно доступнее, желательно вообще без текста, если это возможно. Вот. Это не только работа с UI, это работа еще и с, скажем так, игровым миром, с кнопками, совсем подряд. То есть в итоге все игровые правила, которые могут быть очень в большом количестве в игре, их нужно как-то игроку подать. И это на самом деле достаточно непростая работа. Что еще? С точки зрения геймдизайна это все. Вот здесь как раз вот этот маленький треугольничек, где UI-дизайнер, UX-дизайнер, UI-программист. Это такая несвятая троица. Эти люди постоянно не могут поделить между собой, кто за что отвечает, когда разрабатывает UX. Это просто специфика этой работы, да? То есть иногда программист нарезает макет на картинки, иногда UI-дизайнер. Иногда UX-дизайнер разрабатывает интерфейс, иногда, опять же, UI-дизайнер часто оттягивает этой работы. Иногда UX-дизайнер проектирует там какие-то системы, если это возможно. Иногда, ну, в плане абстрактном таком, иногда это, опять же, UI-программист приносит. Там хаос-анархия. Почти всегда. Что ж, теперь о художниках. Да, есть вообще традиционное разделение на 2D-художников и 3D-художников. Типа, 2D-художник, ну, умеешь рисовать, будешь 2D-художником, если так вкратце. То есть, нужно быть хорошим художником, все будет хорошо. В художественной ветке развития очень часто люди объединяют несколько позиций, либо часто их меняют. И дело не в том, что как бы работы мало, работы очень много. В средней компании на одного программиста приходится там 3-4 художника. А если там еще и 3D-шники, то это типа 3-4 художника 2D-шных и еще сверху несколько 3D-шников и аниматоров. Дело в том, что в мире арта одни навыки, они помогают улучшать другие, да, то есть, условно говоря, если ты работаешь с глиной, то ты лучше понимаешь форму и лучше рисуешь анатомию, да, персонажей. Или если ты там занимаешься акварелью, то ты лучше понимаешь цвета, и у тебя получаются более живые картины. В геймдеве никто не занимается глиной, никто не занимается акварелью, но есть, ну, другие интересные вещи, вот. В сухом остатке от 2D-художников требуется, собственно, навык, да, работы руками именно. То есть украсть планшет и купить Photoshop недостаточно. Нужно еще какое-то время набить руку. И понимание того, как рисовать именно философское, да, то есть теория искусств, принципы искусства еще никому не вредили. Опять же, многие вещи, которые рисуют художники, для них есть специализированная программа, да, то есть в фотошопе можно сделать все, но на самом деле есть специальные программы для пиксель-арта, специальный софт для анимации, специальный софт для векторного арта и так далее, и так далее. То есть здесь как бы палитра софта, чем больше, тем лучше. Вот. И немножко уже о конкретике. UI-артист. Это не самая творческая работа, многие ее не любят. Это рисование иконок, да? В мире вне видеоигр вообще эта работа называется графический дизайнер. И, скажем так, вообще в мире искусства есть так называемый fine arts, да, то есть изобразительное искусство, и есть графический дизайн, да, то есть информативное искусство. Работа графического дизайнера — это донести идею.
Вот. Работа изобразительного искусства — это донести эмоцию. Да? В этом они как бы и отличаются. В принципе, здесь даже и добавить особо нечего. Очень модная сейчас, особенно в последнее время, вакансия, часто можно встретить, motion designer. Это, в общем-то, смесь графического дизайнера и аниматора. Это люди, которые почти всегда делают рекламные видео. В геймдеве, кроме рекламных видео, они могут делать какие-то катсцены, если бюджета на большие катсцены со озвучкой и с персонажами Киану Ривзом нет. Это, скорее всего, какая-то анимация UI лучше, чем то, что может сделать там программист. И тогда игра прямо ощущается приятно, классно. А самое главное в игре — это ощущение, как мы уже говорили, обсуждая геймдизайн. Очень интересная специальность. До этого мы говорили про прикладное искусство, сейчас поговорим о художественном. Концепт художники. Все мечтают быть концепт-художниками, но вакансий на них днем с огнем не найдешь. Потому что только в очень крупных в AAA-студиях могут себе позволить прям вот изобразительное искусство. Обычно человек, который разрабатывает концепты, персонажи, окружение, чего угодно, это тот же самый человек, который арт-директор. И обычно он за эту самую творческую работу держится до самого последнего конца. Вот. Если повезет стать концепт-художником, то здесь нужно понимать одну вещь. Концепт-художники рисуют очень много в стол. Это может немножко не соответствовать, скажем так, вашей мечте. Почти сколько? Процентов 90 работ, они будут, скажем так, раскритикованы, и они не пойдут в работу. Почему это важно? Потому что концепты, которые выдает концепт-художник, потом, как правило, уходят 3D-шникам, которые очень долго работают над тем, чтобы превратить эту идею в жизнь, и поменять в нем уже ничего нельзя. То есть именно поэтому это такой долгий, полный критики, отказов и изменений процесс. Вот. И тут перескочим с темы на тему, немножко про аниматоров. Вообще работа аниматора — это превращать картинку в движение. Да? То есть есть 2D-шные, 3D-шные аниматоры, но для всех аниматоров очень важно знание, во-первых, софта, с которым они работают, это очевидно. Во-вторых, Disney Animation Principles. Их 12, и они до сих пор работают, и работают они всегда хорошо. И просто глядя на работы человека, ты сразу видишь, они есть или их нет. Что касается конкретно аниматоров. 2D-аниматоры. Как в старые добрые времена, куча картинок. Также их еще называют спрайтовые аниматоры. И это вымирающий вид. Почему? Потому что это очень долго и очень дорого. Даже если это маленькая инди-игра. Даже если там анимация из 4 кадров в секунду. Даже если это пиксель-арт с вот такенными пикселями. Это все еще слишком дорого. Это себе может позволить не каждая студия. Особенно с учетом того, что есть история о том, как отказались от пиксель-арта в пользу обычного 3D-арта и сэкономили на этом половину бюджета. Короче, это долго, дорого, и вкладывать сейчас, сегодня, в 2020 году свои силы, чтобы стать спрайтовым аниматором, я бы сказал, не самое мудрое решение. Вот. Даже в 2D-шных играх, как, впрочем, и в 3D-шных играх, сейчас используется скелетная анимация. То есть есть математический скелет, который двигает какими-то частями персонажа или картинки. И работа аниматора в том, чтобы в правильное время выставить правильную кость в правильное место. Если вы знаете 12 принципов Диснея, то в принципе здесь нет особо сложности, но есть нюанс. Это все еще очень
очень монотонная работа. Прям вот очень монотонная. Для примера, какая-нибудь игра типа бегалка от третьего лица. Персонаж должен бегать вперед, в стороны. Для того, чтобы просто заставить персонажа двигаться, нужно сделать что-то порядка сотни анимационных клипов, где-то там по секунды две. И это на самом деле очень много работы. То есть нужно быть усидчивым, нужно быть терпеливым. Вот. Ну и большую часть времени нужно двигать точечки на графике. Работа не самая творческая, но на выходе этой работой можно очень гордиться все еще. Чего не скажешь о программистах, потому что на выходе все видят работу художников. Вот. От обычных аниматоров еще иногда ответвляются такие интересные ребята, как Cinematics-аниматоры, аниматоры кат-сцен. Это тоже достаточно редкая вакансия, но она иногда встречается. Да? То есть это люди, которые умеют не только заниматься анимацией, они еще знают о работе с камерой, работе со светом, о композиции. То есть они, в общем-то, делают кино прямо в игре. Некоторые люди на современных движках действительно просто делают кино прямо в игре. Это одно из больших направлений, в которых там Unity и Unreal постоянно соревнуются друг с другом. И это очень интересная работа, но опять же найти ее достаточно сложно. Вот. Опять, именно вот эти люди как раз занимаются лицевой анимацией почти всегда. Лицевые анимации — это, скажем так, почти то же самое, что скелетная анимация, только сложнее. Если в персонаже в скелете где-то 30-40 костей, то в лице их как минимум столько же. Это если делать лицо костями, а если не костями, то есть еще более сложные способы. Fortnite, например, делал анимацию на специальных фигурах, которые потом математически как-то склеивались. Там, ой, черт ногу сломит. Вот. И снова прыгнем назад немножко в сторону 3D-художников, да? 3D-художники делают 3D-модели. Неважно в чем, неважно как, на выходе всегда получается 3D-модель. Что такое 3D-модель? Для игр, как минимум, это сетка меш из вершин и треугольников или полигонов с текстурами. Это то, что уходит уже в игру. И это то, с чем работает игра. В процессе изготовления этой сетки могут быть разные техники. По факту результат всегда один. 3D-моделеры делятся, скажем так, достаточно условно, опять же, на моделеров по персонажам и environment артистов, да, то есть или hard surface артистов, те, кто делают неживые объекты. Да? Дело не в том, что вот типа вот рисователь коников, а вот рисователь песиков. Нет, дело в технических навыках, которые для этого нужны. О чем речь? Обычно при изготовлении персонажей... Господи, что ж он такого плохого качества? Обычно при изготовлении персонажей есть достаточно стандартный пайплайн. Да? То есть сначала берется виртуальная глина, из нее делается скульпт. То есть очень детальное, очень красивая, очень наглядная модель с всеми трещинками, маленькими пуговками, морщинками, складочками и так далее. Опять же, 15 миллионов полигонов вот здесь в примере, это слишком много, чтобы игра смогла такое проглотить. Да? Это не будет работать само по себе, но об этом чуть позже. Дальше это все раскрашивается прямо вот по этой очень-очень детализированной модели. После этого делается такой шаг, как ретопология, то есть строится условная, достаточно детальная сетка, чтобы это не выглядело уродливо, но в ней уже, вот как в этом примере, 2200 полигонов. Вот разница в 10 тысяч раз спокойно делается. Это уже то, что может проглотить игровой движок, это то, с чем может работать игра.
после этого остается такой шаг, как скиннинг, да, то есть к этой модели приделываются кости, объясняется, значит, какие части ее к каким костям прикреплены, и, в принципе, ее дальше можно отдавать аниматорам на анимирование. Это AAA пайплайн в больших студиях. В инди-студиях денег нет. Могут некоторые шаги убираться, да, то есть иногда делают персонажа прям вот сразу низкополигонального, иногда его даже не красят. Иногда кто-нибудь играл в Black and White, там были такие персонажи, они, у них ноги квадратные, лица квадратные, и смотреть на них больно. Сейчас внезапно пиксель-арт ушел на нет, и очень модно делать вот таких вот очень полигональных персонажей в инди-комьюнити. Вот. То есть скульптинг, раскраска, ретопология, скиннинг. На шаге ретопологии, об этом я еще буду говорить в техарте, люди собирают, значит, красивые картинки и делают из них красивые текстуры, чтобы на вот эту вот упрощенную сетку наложить. Hard surface и environment художники, почему они отдельно стоят? В принципе, можно точно так же делать и камни, и деревья, но вот этот процесс, о котором мы сейчас говорили, он трудоемкий. То есть 300 часов, да, то есть 2 полных рабочих месяца, может вполне занять один персонаж. Делать камень 2 рабочих месяца — это не совсем то, что нужно для игры, потому что камень — это не наш главный герой, камень не заставляет человека испытывать эмоции. Для hard surface художников очень часто от них требуется делать процедурные, полупроцедурные вещи. Да? То есть вот здесь пример из Гудини, в котором можно просто настроить его, чтобы он выдавал тебе модель. Или такую же, но немножко другую. Это одна из техник. Вообще есть целый набор техник генеративного моделирования, когда ты не сидишь и не рисуешь, или как минимум не все время сидишь и рисуешь, а делаешь какие-то детали и потом их соединяешь, либо, как в Гудини, просто их говоришь программе, что тебе нужно, она тебе это делает. Вот, типа, как минимум это можно сгенерировать несколько моделей, вставить их в игру, как максимум это можно пойти к программисту и вставить этот генератор в игру, это тогда вообще будет супер. Вот. Ну и поговорим, например, о техарте теперь. Вот та вот фиолетовая часть, которая вроде соединяла в себе художника и программиста. На самом деле нет. Я бы хотел сказать, что технический художник, он как технический геймдизайнер, смесь художника и программиста. Технические художники — это те люди, которые владеют суперспециализированными навыками именно для видеоигр. На картинке человечек в золотой клетке. Почему? С одной стороны, тот, кто стал техническим художником, он оказался в клетке, потому что нигде, кроме геймдева, он эти знания не применит. С другой стороны, человек, который стал техническим художником и знает секреты мастерства, он не останется без работы гарантированно. Из всех технических художников, с которыми я работал у нас здесь в Минске, где-то 2/3 были приглашены из-за границы. То есть вот настолько не хватает людей. Значит, у него тоже есть свои направления, да. Одно из них — это художник по спецэффектам. Художник по спецэффектам — это человек, который умеет 2D-шное искусство, который умеет 3D-шное искусство, который умеет анимации делать и еще немножко даже программировать иногда. То есть натурально 4 в одном. Такой набор встречается достаточно редко. Вот. И они пользуются спросом. Вот. Второе достаточно интересное направление — это материал артист. Да? То есть это не просто те люди, которые вот как раскрашивают модельки из там Вархаммера, миниатюрки. Это те люди, которые знают кучу техник о том, как заставить это выглядеть красиво и не тормозить. То есть в Subsys Painter, например, они собирают сложные какие-то системы из нод, узлов, которые в итоге выдают красивую картинку. Плюс они должны обладать, собственно, навыком рисования, чтобы это выглядело хорошо. Вот. Substance Designer. Да, Substance Designer. Painter — это разукрашивание.
Все, я понял. Спасибо. Последнее — это рендер-программисты. И это... Да, почему я не отнес их к программистам? Потому что кроме программирования нужно знать достаточно много именно и теории искусства немножко, и работы с цветом, и физики света. То есть программистов такому не учат. Что они делают? Они объясняют видеокарте, как сделать красиво, да, то есть условно они переводят цифры в красиво, то, что вообще очень сложно сделать всегда, и объяснить, что красиво это сколько, это достаточно глупый вопрос. Рендер-программисты — это люди, которые этот вопрос отвечают на него каждый день. Раньше их еще иногда называли шейдер-программистами, сейчас, особенно в свете того, что Unity открыл часть новых возможностей в плане рендеринга, и там сейчас можно влезть не по щиколотку, а по плечо в процесс. Все компании хотят, чтобы у них был рендер-программист. Ну и, конечно же, этих кадров, как всегда, нет. Порог вхождения в рендеринг очень высокий. И дело не только в дополнительных навыках, а дело в том, как много нужно сделать за один раз, чтобы хоть что-то получилось. Это очень многих отбивает вообще желание этим заниматься, но, ну, условно говоря, из всех программистов, с которыми я беседовал, все хотели бы этим заниматься, но никто не знает, как, все боятся начинать. Вот. Единороги. Собственно, на этом у меня все. Вот. Всем спасибо. Может быть, у кого-то есть вопросы? Точка входа в профессию. Вообще в геймдизайне точка входа очень простая. Приходишь на собеседование и убеждаешь второго геймдизайнера, что ты можешь быть геймдизайнером. То есть если не было никакого опыта именно в этой сфере? Да, да. Именно в геймдизайне это достаточно популярная, скажем так, практика. Есть даже статьи на Дудбай на эту тему, что я там 10 лет варил котлы, а потом вдруг, типа, нужен человек, у которого хорошая фантазия. Я пошел и оказался геймдизайнером. И чем цепляется на собеседование? То есть приходить с каким-то волшебным портфолио или... На самом деле, вот то, о чем я говорил для геймдизайнера, цеплять грамотной речью, да, то есть умением объяснить свою мысль. То есть, скорее всего, это будет какое-то... тестовое задание из серии, напишите там дизайн для такой-то игры, да, и оценивать будут то, как вы можете излагать свои мысли, понятно это или непонятно. То есть написать дизайн, то есть это на самом собеседовании, или это... Не, это как, это происходит, ну, тестовое задание, то есть он говорит, вот есть игра, там, опишите, как бы вы ее делали. Вы описываете, и люди об этом... То есть не дожидаться вакансии, можно уже... Вакансии, в принципе, есть. Стучаться в двери можно, нужно. Конечно, лучше откликаться на вакансии, чем просто типа «Здравствуйте, а вам не нужен ли геймдизайнер?» Откликаться на вакансии — это чуть более эффективно. Спасибо. Вот. А у вас UI отделен от UX? У нас, насколько я, ну, прослеживается цепочка, у нас вообще, ну, в Беларуси, конкретно даже в Минске, хотят, чтобы UX, UI, плюс и художник, все, в общем, единорога хотят. Действительно, у нас некоторые HR, они, ну, иногда делают то, что... Смотрите, HR, как правило, работают через агентство, которое не всегда хорошо и... В теме того, что они делают, да? Вообще на рынке в среднем UI/UX — это нормальная вакансия для людей, которые делают там сайты, для людей, которые делают какие-то корпоративные приложения. Вот. И, собственно, по накатанной, когда речь идет о геймдеве, они всегда называют вакансию UI/UX. Вот. Те компании, у которых HR свои домашние,
они более-менее знают, да, что UI-художник и UX-дизайнер. Именно в геймдеве UX-дизайнер — это чуть больше, чем вне геймдева, потому что если в корпоративной среде это то, как расставлены кнопки, чтобы они читались, и в принципе все, то в геймдеве это и работа с геймпадом, с инпутом, с экраном, чтобы там и эргономика была, и чтобы глаз не уставал, и чтобы фокус был на нужных местах. Это, ну, скажем так, чуть более сложный UX, чем UX для корпоративных систем. Вот. Потому что в корпоративных системах, когда ты делаешь какое-то приложение для бизнеса, люди им будут пользоваться, потому что это их работа. А в играх, если у тебя плохой UX, то ты не продашься или продашься плохо, что одно и то же. Вот. Поэтому там в играх к UX относятся куда более серьезно. Поэтому его и как бы разделяют. Да? То есть художник и человек, который именно вот формирует все это в общую канву, это немножко разные навыки. Иногда они объединяются, то есть это не то чтобы неслыханно, чтобы человек понимал UX и умел его рисовать, но чаще как бы чаще UI-дизайнеры, они UI-художники, они, ну, это просто экономически выгоднее нанять человека и нанять человека, который будет за ним рисовать. Я бы сказал, раз на раз не приходится. То есть, опять же, в каких-то мобильных проектах, скорее всего, хотят единорогов, в каких-то инди-проектах. UI и UX и художка — это будет вообще все в одном лице. В каких-то крупных, тот же Wargaming, у него очень отдельная вакансия, насколько я помню. Вот UI-художник, а вот UX-дизайнер. Это как бы очень разные люди, которые вот, вот этот делает одно, а вот этот делает совершенно другое. Ну да, все мечтают, а 25 лет, 10 лет опыта, знания всех технологий, вот, все об этом мечтают. К сожалению, насколько я знаю, люди на такие вакансии находятся, да, но потом бегут, да, естественно. Это еще хороший случай. Есть случаи, когда ищут UI-дизайнера, потом они говорят, ну ты вот это нарисовал, нарисуй еще и персонажа, ты же рисовать умеешь. Слушай, ну ты нарисовал, давай в 3D его сделаем. Слушай, ну раз в 3D сделал, давай уже тогда его затекстурим и заанимируем, что там осталось-то. То есть, да, такое случается. Рынок — это не добрый дядя. Да, да. Инди-компании, в которых, ну, типа, вот все, что красное, это, скорее всего, будет делать один человек, все, что синее, это, скорее всего, будет делать второй человек, все, что зеленое, будет, скорее всего, размазано между ними. Генералист. Да, генералист. Вот. А технический художник немножко подробнее. То есть, что все-таки он делает? То есть, он 3D, но больше... Технический художник, скажем так, во-первых, от проекта к проекту вещи разнятся. Технический художник — это шулер с большой колодой карт, если вот абстрактно начать говорить. Да? То есть это человек, который знает даже не софт, а скорее техники. Да? То есть в играх это человек, который занимается там, запеканием света, постэффектами, расстановкой иногда даже света на уровнях, потому что левел-дизайнер не понимает. Это человек, который занимается там запеканием карт правильно, потому что типа есть 8 способов их запечь, из них 7 неправильные. Это человек, который занимается какими-то иногда даже шейдерами, чтобы выглядело хорошо и не тормозило. Это большой,
это не то чтобы целостный кусок работы, да, то есть несколько десятков разных вещей, которые вот применимы вот это здесь, вот это здесь, вот это здесь. Чтобы стать техническим художником, надо из этого десятка владеть там, ну, десятком. Нет, нет, это сам, это именно человек, который вот стругает руками. Есть подборка, она называется, насколько я помню, Technical Art. Это большой список твитов. Очень много технических художников в Твиттере хвастаются тем, что они делают. Это реально очень красивые вещи. Если интересно, можно посмотреть. Тик. Это как бы генералист. Где мышь? Я могу просто сейчас попробовать. А вот, да, есть специальный блок. Так, там ничего не видно. Большой список твитов. Нет, к сожалению, я сейчас не найду. Ну, в общем, да, технический художник — это не то чтобы какая-то целостная специальность, это люди, которые постоянно что-то ищут, добывают по кусочкам информацию, как могут. Ну и, соответственно, делают это сами, потому что эти вещи... Иногда проще понять, чем объяснить. Ну, то есть, иногда, чтобы их объяснить, это нужно сделать и показать, и в этом случае тогда, как бы, ну, смысл мне кому-то это поручать. Вот. У меня вопрос. Вот он немного не по теме. Может быть, можно посоветовать какое-нибудь лучшее образование? Стоит ли мне уйти по кризису? Высшее образование по 3D. Смотрите, если речь идет о курс, ну, типа, именно образование как образование, то есть 5 лет, диплом, там, трудовая, то это, если честно, это достаточно бесполезный навык, потому что я не помню ни одного собеседования, где у человека, не только у художника, у геймдизайнера или у программиста, или там, у технического художника спрашивали, кто ты по диплому, да, козерог. Обычно всегда просят портфолио, да, в том числе и для программистов, мол, покажи примеры кода. Обычно для художников это всегда стопроцентно исключительно портфолио, да, нравится, не нравится. Потом бывает теоретическое собеседование из серии там, как живешь, чем дышишь, сколько хочешь. В этом плане такое вот образование типа идти в художку, это не совсем... ну, скажем так, эффективно. То есть понятно, что обучаясь в художке, там можно словить какие-то там темы про искусство, можно набить какие-то навыки. Я бы в этом плане, наверное, рекомендовал труд в первую очередь. Ну, а для вдохновения интернет и курсы, если нужно себя как-то самоорганизовать. Это интересный случай. Ну, то есть, это интересный случай в каком плане? Когда бывает два человека, которые подходят на вакансию, и у одного как бы есть высшее образование, у другого нет, и они хотят одинаковые деньги, то, ну, типа, почему бы нет? Я так полагаю, может быть, я не прав. Но история о том, что, типа, нам нужен художник с высшим образованием, я вообще не слышал, если честно. То есть, чтобы это было, типа, первым фильтром, такого нет. Нет, просто для себя имеется в виду, не для порки, а просто поучиться. Ну, просто поучиться можно и без корки. Я понимаю. Да. Я могу дополнить, что, немножко, что у нас есть, по-моему, дизайн виртуальности, это называется, в Академии, и есть в Широкого. Там, в принципе, и художественные.
базовые навыки, там, Photoshop, анимация, 3D, Maya, Maps. Вот у нас это есть, но оно, опять же, преподается людьми, которые ни в геймдеве, нет ничего, они просто технически это дают. Ну, типа интерьерный дизайн какой-нибудь, нет, да? Нет, 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 это дизайнер там не сидит, там проектируют дизайн-проекты, там, дизайн игры, анимации, анимационные ролики, рекламные ролики, такое есть у нас. Вот, но опять там 5 лет, и очень много из этого будет не по теме, и если ты сам еще добираешься на курсах, то есть... Ну, в этом плане, да, у курсов есть однозначный бонус, потому что в университете профессиональные преподаватели, которые последние 10 лет преподают, что-то тебе рассказывают, а на курсах люди, которые работают в индустрии и по вечерам преподают, что тебе рассказывают. Это актуальность и ее отсутствие в первом случае. Что ж, я думаю, тогда на этом все. Всем спасибо.